Итак, история следующая. Это инсоляция. Инсоляция или солнечное излучение. Так вот, последние рекомендации Министерства здравоохранения, а также Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что практически все население России имеет дефицит витамина D. Витамин D синтезируется под воздействием ультрафиолета. Ну, понятно, для нашего региона, то есть для Урала, это, в принципе, закономерно, особенно когда последние несколько лет у нас просто не было лета, от слова совсем. Но парадокс заключается именно в том, что у жителей южных районов, того же солнечного Краснодара, где, казалось бы, солнце круглогодично, витамин D также заметно снижен. Вывод какой? Данный витамин плохо синтезируется нашим организмом, и в любом случае естественная безопасная помощь ему будет очень нужна. Восполняем витамин D с помощью традиционных продуктов питания, а также с помощью биологически активной добавки к пище эргокальций. Солнечные ванны не забываем принимать. Именно под действием солнечного света синтезируется витамин D в нашем организме. Но не расслабляемся, а выполняем простые правила безопасного нахождения на солнце. Как помочь избежать негативных последствий, обеспечить красивый ровный загар, а также обезопасить себя сейчас, я вам об этом и расскажу. Особенно если ваша кожа очень-очень нежная или аристократично-фарфорово-белая. И мы с вами переходим к одному из продуктов, который поможет нам сделать красивым и безопасным загар. Это бальзам Апихит. Если вы посмотрите, в составе этого продукта два основных компонента. Это хитозан пчелиных и СО2 экстракция пихты сибирской. Но не здесь кроется самый главный секрет этого продукта. Посмотрите, если вы увидите сейчас на экране отличие пчелиного хитозана от ракообразных и хитозана пчелиных, то в самом конце написано, что хитозан пчелиных имеет небольшое, но очень важное отличие. Это хитозан меланиновый комплекс. Именно он и проявляет защиту кожи от ультрафиолетового облучения. А именно, при воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей в нашем организме включается защитная реакция. Чтобы наша кожа не сгорела, дополнительно усиливается выработка защитного количества клеток, которые называются меланоциты. Именно они ответственны за красивый загар на коже и предупреждают от возникновения солнечных ожогов. Принимая внутрь Апихит, вы увеличиваете резервные возможности своего организма и стимулируете синтез, то есть выработку вот этих клеток меланоцитов, а также препятствуете распространению такого заболевания и проявлению симптомов заболевания, как витилиго. Данные этого исследования были проведены компанией Tintorium совместно с минскими учеными. Поэтому не забывайте об этом очень важном продукте, который нужно обязательно принимать и внутрь, и можете распределять его по поверхности кожи. Ведь посмотрите, дачников очень легко отличить от всех. Это загорелая спина, руки, декольте, лицо, но при этом абсолютно белые ноги и живот. Это наш вариант, уральский вариант. Хотя сгореть на солнце даже в нашем климате это очень и очень реально. Поэтому снять неприятные ощущения и избежать в дальнейшем смены полностью кожного покрова поможет именно то, что можно заранее подготовиться к солнечной инсоляции. А как это сделать, я вам сейчас расскажу. Это биологически активная добавка к пище, которая называется Апи-красота. В состав этого продукта входит цветочная пыльца, которая проявляет фотозащитный эффект за счет каротиноидов, лютеина и бета-каротина и способствует увлажнению кожи и защите от ультрафиолетового излучения, то есть защита от свободных радикалов, которые образуются в результате воздействия ультрафиолета. Дальше это витамины А, Е, С и группа В, то есть это специальный витаминный премикс, который мы добавляем для того, чтобы нормализовать обменные процессы в организме, обеспечить синтез коллагена и защиту мембран клеток, а также нормализацию цвета кожи. Ну и прополис – это основной еще один из компонентов и продуктов пчеловодства. И именно флавоноиды из прополиса способствуют укреплению стенок сосудов и улучшению трофики и питанию кожи. Как и у любого продукта, здесь также есть приятный бонус. Это экстракты растений,
корни дикого ямса, липы, лобазника. Они содержат специальные компоненты, сапонины, предшественники гормонов, и помогут облегчить состояние женщин в период менопаузы, способствовать стимулированию выработки собственного гормона прогестерона, а также выработке коллагена и гиалуроновой кислоты в коже. Это наши помощники и наши защитники от обезвоживания кожи. Именно резкое снижение выработки половых гормонов, особенно в климактерический период, обуславливает внешние признаки старения. И самое главное, БАД Апикрасота нормализует эмоциональное и физическое состояние женщин в определенные периоды жизни, корректирует видимые следы старения для поддержания молодости, красоты и отличного самочувствия. В целом, биологически активная добавка Апикрасота предупреждает фотостарение кожи. Это фотозащитный комплекс или крем, как мы его называем, который принимается внутрь. Именно он дает нам защиту от солнечных ожогов, от солнечного фотостарения. Поэтому возьмите его на вооружение и предложите своим родным, близким, ну и своим подругам, знакомым, то есть все, кто непосредственно сталкивается с высокой солнечной инсоляцией. Преимуществом использования функциональных пищевых продуктов, предотвращающих старение кожи, является то, что при поступлении в системный кровоток они распределяются по всем слоям кожи, то есть эпидермис, дермальный слой, подкожно-жировая клетчатка. И второй момент, согласно политике здорового питания, процент содержания микро- и макронутриентов в составе этого продукта сбалансирован и составляет от 18 до 60% от необходимой суточной дозы. И сейчас я предлагаю также немножко прерваться и посмотреть удивительное видео от Ольги Петрищевой из Саратова, которая как раз-таки и делится своим секретом использования БАД Апикрасота. Доброго дня! Я хочу сегодня поделиться с вами впечатлениями о БАД Апикрасота. Я этот БАД полюбила с самого первого дня, когда он появился в нашей компании, и я принимаю его регулярно каждый год в весенне-летний период. Чем он мне так нравится? Во-первых, составом. Уникальный состав содержит все витамины группы В, А, Е, С, а также такие уникальные ингредиенты, как лобазник, это такое растение, и вытяжку из корня дикого ямса. Эти ингредиенты способствуют тому, что защищают нашу кожу в весенне-летний период от солнышка, от его негативного воздействия, а также способствуют регенерации клеток нашей кожи, выработку своего собственного коллагена, что позволяет коже быть более увлажденный. Мне очень нравится состояние кожи после приема этого БАД. Даже буквально через неделю ты уже видишь изменения в коже. Еще мне нравится такой легкий побочный эффект его хороший, что он способствует хорошему загару. Появляется такой приятный золотистый оттенок у кожи. Очень легкий прием, его принимают во время еды. Я принимаю его обычно с утра. И его можно добавлять, я принимаю с йогуртом. Такой питательный, красивый, очень ароматный, очень вкусный. Кто не пробовал, я всем рекомендую. Заботу о своей коже, вкусную. Всем рекомендую, пожалуйста. Покупайте, кушайте. Всего хорошего. Оля, спасибо большое, и я хотела бы еще обратиться к нашему чату. Спрашивают, поделитесь, пожалуйста, те, кто пробовали Апикрасоту. Ну, я вижу, что достаточно большое количество наших подключенных дистрибьюторов сегодня положительно отзываются об этом продукте, очень по-доброму, и вкус нравится, и они пробовали, и, собственно говоря, есть уже даже такие приверженцы этого продукта. А мы с вами переходим дальше.